Всем привет! Сегодня приготовим вкусный мандариновый десерт. Десерт получается очень красивым и праздничным, поэтому подойдет для любого праздника или торжества. Список всех необходимых продуктов вы найдете также в описании к этому видео. Приступим! Очищаем мандарины и складываем их в чашу для блендера. Измельчаем. That everything seems to crumble around you. Возьмем небольшую кастрюлю, в которой мы будем готовить мандариновое желе, и процеживаем сок. Сок процеживается очень легко и быстро. У меня на это уходит буквально пару минут. Мандарины у меня сладкие, поэтому добавляю всего 2 столовые ложки сахара и 10 грамм желатина. Желатин использую быстрорастворимый, предварительно замачивать его не надо. Ставим на огонь и подогреваем. Вы всегда следуйте инструкции на упаковке желатина. Быстрорастворимый желатин рекомендуют подогревать не выше 60 градусов, поэтому нагреваем до 50-60 градусов, чтобы сахар и желатин растворились. Для красоты десерт будем разливать в стаканы под наклоном. Для этого я придумала вот такую вот конструкцию. Заливать удобнее из кувшина. Переливаем желе в кувшин и разливаем по стаканам. Отправляем в холодильник до полного застывания. Когда первый слой застынет, приступайте к приготовлению сливочного слоя. В молоко добавляем 3 столовые ложки сахара, пол чайной ложки ванилина и 10 грамм желатина. Если вы любите более сладкие десерты, то добавляйте сахара побольше. Также подогреваем до 50-60 градусов до растворения сахара и желатина. Немного остужаем и добавляем 200 грамм сливочного сыра. Вы можете добавить любой сливочный сыр, в моем случае это рикотта. Размешиваем до однородного состояния. Переливаем в кувшин и дополнительно я решила процедить. Достаем наши стаканы и заливаем второй сливочный слой. Отправляем в холодильник до полного застывания. Сливочное желе у меня с небольшим запасом, поэтому я сделаю еще 2 дополнительных десерта из фруктов. Кусочки фруктов складываем в креманки и заливаю желе. Отправляем в холодильник до застывания. Желе готово.
Посмотрите, какое оно красивое. Такой десерт украсит абсолютно любой праздник. Этот десерт не только красивый, но и невероятно вкусный. Здесь прекрасно гармонирует нежное сливочное желе с ярким и сочным мандарином. Настоящая зимняя вкусняшка. Обязательно попробуйте приготовить и уверена, что вам очень понравится этот рецепт. И не забудьте поставить лайк и подписаться, если видео вам понравилось. И про колокольчик не забудьте, он вас оповестит о нашем новом видео. До встречи!